Ажиотажный спрос на антисептики, маски, перчатки, противовирусные, кроворазжижающие препараты и, конечно же, на витамины, который был спровоцирован COVID-19 еще весной, увы, сохраняется и сегодня. Мы заглянули в столичные аптеки, чтобы узнать, обеспечены ли они необходимыми лекарствами от коронавирусной инфекции. Первый объект, который мы посетили, аптека-лекарь. На сегодняшний день аптека обеспечена необходимыми препаратами. У нас бывает то, что препараты заканчиваются, но эти перебои длятся 3 дня, не более. Ну, покупают для профилактики, берут витамин D, витамин С, цинк. Есть кроворазжижающий препарат. Роксепарин тоже есть, но это уже в основном те, кто тяжело больные люди. Это у нас есть, но отпускается по рецепту исключительно. В лекаре не было кроворазжижающего препарата Эликвиз. Однако, по словам менеджера аптеки, он будет в течение 3-4 дней. Далее мы направились в аптеку Лекфарм. В аптеке Лекфарм есть практически все необходимые препараты для ковид-заболевших, скажем так. На данный момент отсутствуют некоторые препараты, но на следующей неделе мы их уже ждем. И как бы, если нету какого-то определенного, то можно заменить, так как у нас есть большой ассортимент аналогов. У нас есть все виды арбидолов, у нас есть в комплексе сейчас витамин С с цинком, нету Эликвиса, но у нас есть Ксарелта. Рецепты сейчас идут такие, как витамин D, азитромицин, витамин С, тот же Эликвис, также может быть и Ксарелта, это могут быть антибиотики, как Цефтриаксон, он у нас тоже в наличии, все антибиотики в наличии, Лефлобак внутривенный, они у нас тоже есть. В принципе, как таковых отсутствующих препаратов на данный момент сегодня нету, только Эликвис, но и то мы его ждем на следующей неделе. Ксарелта, тромбоаз, кардиомагнил, а также витамины и противовирусные есть в Сириусе. По словам фармацевта аптеки, на сегодняшний день нехватки препаратов не ощущается. Если даже заканчивается одно лекарство, то предлагают аналоги. Например, таваник можно заменить левофлоксицином. Кстати, Эликвиса и в этой аптеке не было. Далее мы заглянули в центральную первую аптеку под часами. Вот у нас это препарат, в первую очередь, который назначают. Это витамин С, аскорбинка, тысячная доза, по 10 таблеток, день один раз принимается. Есть еще селен, есть цинк, есть у нас противовирусные, все препараты. А да. Чаще всего зачем приходят? За витамин С и противовирусные, это Кагацел, это арбидол больше всех и ингавирин. У нас кроворазжижающий есть кардиомагнил, кардиоаспирин, есть тромбоаз, разные дозы. Заменяющие 3-4 вида у нас есть. Если спросят, я могу заменить, но я не имею права заменять. Это такие препараты сильнодействующие, это только врач назначает. Я могу дозы пересмотреть. Таким образом, можно сказать, что в столичных аптеках не наблюдается острого дефицита лекарств. Если препарата нет в одной аптеке, то он обязательно найдется в другой. Или вам при наличии предложат аналог. Причина отсутствия некоторых лекарств в наших аптеках – большой спрос на них и дефицит препаратов в России, прямого поставщика в Абхазию. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.